ищите прежде Царство Божие. Кстати, тот, кто ищет этого, в ту меру, которая у него есть, ну, хотя бы самую маленькую меру, которая есть, хочу вам сказать, это важно передавать. Тот, кто этого ищет, знайте, Бог даст не только внутреннее, но даст и внешнее благополучие. Никогда не оставит Бог ни одного человека, который искренне ищет Его. Не оставит его, вы слышите, я подчеркиваю, и в материальной жизни. Это засвидетельствовано бесконечным потоком фактов. Ищите прежде Царство Божие.